Всем привет! С вами Хани Рейс с канала MLP Chelsea Brown. И сегодня я снимаю видео, обзор на мой личный дневник номер 2. Он у меня еще не совсем до конца закончен. Ну и давайте же на него посмотрим. В этом видео присутствует вот такой вот новогодний фон с различными статуэтками, которые я вам показывала уже. Итак, перейдем к моему личному дневнику. Вот так вот выглядит он сам. Он такой большой, с Angry Bird от фирмы Hotbear. Бизнес-блокнот называется, 80 листов. Дневник красный, тут вот красная птичка и все остальные птички вместе. Он у меня уже настолько толстый, что даже может стоять. Так, давайте его начнем обзоривать. Обзоривать будем вертикально, думаю, так лучше. И первое это Forzats, я его оформила недавно, ну или Forzats, как кому нравится. И это как бы страничка, связанная с темой принцессы, Princess Diary, дневник принцессы. И здесь всякие принцессные вырезки, распечатки. Наклеечки. Как вы видите, вот такие два листочка, на них я написала, даже три листочка, вот, на них я написала, что нужно для ведения личного дневника. Это очень много пунктов. Есть и смешные здесь. Здесь я написала 37. Вот, я сейчас их вам покажу, вы можете их прочитать. Второй листочек. И третий. И здесь вот такая наклейка из Макдональдса, дневник 2. Дальше страничка с анкетой, просто написана анкета. Я вам показывать не буду, так как она личная. Я его еще не кончила, как вы поняли, начала 25 июня 2015-го. Здесь такие вот наклейки, мой дневник номер 2 с собачками. И по низу такой декоративный скотч с нотками. Буду показывать побыстрее. Следующая страничка — мои любимые вещи. Такой вот разворотик, вы в принципе уже все видели. Страничка путешествия. Разворот, посвященный музыке. Принцесса Диснея и гимнастика. Далее фигурное катание, спортивное плавание. Здесь я использовала альбомчик 100% стикер специально для девочек. Футбол, балет. Конный спорт, домашние зверюшки. Пыталась сделать сама скотч. Отдых, зимние виды спорта. Сладости, сафари. Не буду показывать тексты, там ничего интересного. Одежда и обувь. Модные девочки, бал и сумки, знаменитости, подводный мир, подготовка к пижамной вечеринке и пижамная вечеринка. Далее разворот, посвященный мультфильму «Головоломка», рок-концерт, шопинг, садоводство, пляжный отдых. Лето, спортивные танцы и гимнастика, собаки и кошки, кролики и хомячки, летние занятия, деревья, лошадки, шляпы, страничка лав, дружба это, страничка русалочки, точнее даже разворот, тут я начала вырезать из журнала «Латуаль». Страничка Ариэль, страничка обувь на лето, одежда на лето, разворотик, море, разворот, лаки, тоже разворот, я здесь использовала из журнала большие картинки, тени, разворотик, помады, дальше будете смотреть, сестры-русалки, фрукты, здесь я использовала декоративный скотч. Здесь уже пошли рамочки везде из декоративного скотча. Братц, разворот. Сделала просто так, чисто. MLP. Принцесса Дисней. И собачки. Далее еще одна страничка Принцесса Дисней. Тут она мне не написана, потому что эти фильмы я еще не посмотрела. Кроме вот этого я посмотрела, но не записала. А этот я смотрела очень давно, и поэтому я уже забыла, что там было. Райские птички. Разворот «Миньоны» к мультфильму. Дальше тут закрытая страничка, просто личная моя запись про то, как мы ходили в ресторан «Бакшиш». Вот тут вот раскраска с жасмин. Страничка просто с рыбками, рисовала фон красками. «Райское наслаждение», очень люблю эту страничку. Здесь присутствует такая наклейка в стразах рыбка. Симпатичная очень страничка. Дальше страничка «Sweet», «Сладостей». Тоже люблю ее. Тут есть макарончик. Дальше запись 22 июля. Показывать не буду.
Я собиралась в Крым, и вот страничка, что взять с собой в Крым. Может, почитать. В общем, так. Дальше страничка, запись за 23 июля. Здесь просто прошулки, чеки из Меги, что мы купили в Меге. Белоснежка, 7 гномов, разворот и полное содержание этого мультика, как я сама его написала. Дальше страничка, запись за 5 августа. Вот так просто покажу вам. И Золушка. Я так тут разбрызгала краску тоже. Красиво. Дальше страничка Аленки. Написала вкусы, какие бывают. Тут Маша из мультфильма «Маша и Медведь». Симпатичная тоже страничка. Дальше Аврора и Рапунцель. Я украшала тут салфеткой фон. Такой вот рисунок. Он незамысловатый, потому что я ниоткуда не срисовывала. Просто рисовала, и он некрасивый. Я знаю, ничего не надо говорить. Короче, рисунок Эльзы и Анны из «Холодного сердца». Дальше экскурсии, которые в Крыму. Я написала о трех экскурсиях полностью. Мерида и Белль тоже на салфетке. Нарисовала Эльзу. По-моему, она у меня получилась неплохо. В цветочном платье из второго мультика «Холодное сердце». Анна из второго мультика тоже в цветочном платье. Страничка Ариэль. Вот такой вот я фон сделала. Далее тут просто такая страничка залепила. От того, что отставалась от Анны отпечаток. Дальше страничка чая. Очень симпатичная здесь использовала. Настоящий пакетик чая. Природа страничка. Стикерс. Страничка наклеек. Тоже мне она нравится. Что нужно для оформления дневника? Написала. Запись за 12 августа. Этикетка от декоративных скотчей с розочками. Вот таких вот. Опять я рисовала. Лес. И что здесь? Саванна. Блин, капец, я устала держать камеру. Так, смотрим дальше. Здесь запись за 13 августа и страничка отдыха. Запись за 18 августа. Это я была в Крыму, поэтому много писала. Так, розовая тема. Мне очень нравится страничка. Безумно красивая, по-моему. Дальше это вроде... А, да, это страничка секретов. И поэтому, естественно, я показывать ее вам не буду. Здесь такой вот рисунок Эльзы. Ну, такой средненький. Дальше страничка зеленого, брезгливость тут есть, симпатичная. Следы, мороженое, мой магазин, ну это мы там в школе продавали, просто так я придумала сама интерьер-шоу такое вот, еще интерьер-шоу. Итоги лета, тут я начала вырезать из одного календаря с метою на 2012 год. Так, это страничка десертов и напитков. Тоже симпатичная. Шоу-интерьер. Еще шоу-интерьер. Три журнала в Икее вырезала. Школа. Анкета школа и домашка. Такая вот страничка просто симпатичная очень. Тут использована такая штучка. Это туалетная бумага. Зева. Страничка кино. Вот фильм. Ну, фильмы. Кинофильмы. Далее Лего. Тут вот такие детальки я пыталась сделать. Смурфики. Разворот совы, по-моему, очень тоже красиво получился. Далее сладости к чаю просто. Воздушный фломастер у меня появились. Вот такой вот космос здесь вот. И в космосе у нас Олаф. Тоже воздушный фломастер. Страничка Фёрби. Страничка Angry Birds. Такая вот Фёрби страничка. У меня, кстати, есть вот такой вот Фёрби. Если вы еще не смотрели видео про него, то обязательно посмотрите. Оно есть на моем канале. Запись за 11 октября. Такая вот картонка. Шопкинс я сделала свой лист коллекционера. Использовала наклейки из альбома 100% стикеры. Дальше вот последние странички зима. Что я делаю на Новый год, с Новым годом. Мороз. Такая вот запись красивая. И Новый год, собственно, вот такой вот разворотик красивый. Здесь поближе покажу такой вот рисуночек красивый, симпатичный. И вот новогодний каталог подарков. Это у меня появился журнал детского мира и такие красивые наклейки. Запись за 25 ноября. На пятницу 27 ноября. В стиле лав. Дальше разворот моей недели, которую я почти что не заполняла, в стиле холодного сердца. Страничка «Мои письма», здесь такой конвертик и лист коллекционера «Аглас Першо», потому что в тот день мне пришла посылка от канала «Kinder Surprise» тут на русском. Дальше вот такие вот карточки с холодным сердцем, так, извиняюсь. Кармашек, в котором я всякие наклеечки храню, там тут я записываю, что я там храню. И последние тут две странички, это первые 8 дней до Нового года, естественно.
Вот, восьмой день я уже закрасила сегодняшний. Вот такая вот страничка, где я рисовала снежинки.